Добрый день! Сегодня мы разыграем билеты на симфоническую программу «Мелодии эпохи», которая пройдет на сцене ДК «Корабел» 11 апреля. Это будет понедельник, вот уже следующий, в 19:00. Согласно условиям нашего розыгрыша, участникам необходимо было стать подписчиком группы сайта Kerch.com.ru во ВКонтакте, также стать участником встречи гастроли музыкального театра Крыма в Керчи, сделать репост вот этого поста к себе на страничку ВКонтакте, закрепить его, ну и, соответственно, не удалять до проведения розыгрыша. С помощью вот такого рандомайзера, где мы уже все заполнили, мы сейчас определим победителя. И победителем розыгрыша становится Наталья Михеева, с чем мы ее и поздравляем.